Катю Кабак многие запомнили по сериалу «Клуб», где она сыграла одну из главных ролей. После этого актриса снялась еще в ряде картин, включая сериал «Бесстыдники». В начале прошлого года девушка также стала новой ведущей программы «Генеральная уборка». О своей личной жизни звезда предпочитает не говорить. Известно лишь то, что в 2017 году она вышла замуж. Личность избранника актрисы держит в тайне. В прошлом году Кабак всех удивила, когда пришла на премьеру фильма «Гоголь». Страшная месть в черном облегающем джемпере, который подчеркнул ее округлившийся живот. Никто на протяжении многих месяцев даже не догадывался, что актриса ждет первенца. В соцсетях она публиковала снимки, на которых не были видны изменения в ее фигуре. 5 месяцев назад девушка родила дочку, которую назвала Кристиной. И иногда публикует фото с ней. Поклонников больше поразило не то, что красотка скрыла беременность, а то, что после родов она быстро вернула стройную форму тела, словно и не рожала. В недавнем интервью Екатерина рассказала, что боялась сильно поправиться в силу своего маленького роста – 158 сантиметров. Трим, Ред, как и предрасположенности к полноте. По словам актрисы, она не страдала от токсикоза, поэтому могла есть все, но ей просто не хотелось этого делать. За первые 5 месяцев беременности Кабак набрала только 3 килограмма. Врач запретил девушке заниматься спортом, что ее сильно расстроило. По признанию звезды, она планировала ходить в бассейн и заниматься йогой. В итоге за период беременности девушка набрала 9 килограммов, которые ушли сразу после родов. «Когда я приехала домой после выписки и встала на весы, я была в шоке. До беременности я весила на 2 килограмма больше. Но живот, конечно, был не такой, как раньше. Очень не хватало тонуса мышц и кожи, я давно не занималась спортом», — поделилась Екатерина. По словам актрисы, она начала заниматься спортом сразу после того, как ей разрешили врачи. Ей помогло не только плавание, но и процедуры по закаливанию. Снег и контрастный душ – это суперштука для того, чтобы вернуть тонус кожи. Потом стала делать упражнения, вакуум живота. И еще я подвязывала живот, чтобы обеспечить поддержку мышцам. Это тоже отлично помогает восстановиться, рассказала Кабак изданию People Talk. Она посоветовала девушкам просто вести правильный образ жизни, чтобы оставаться в форме.